Сейчас откроются ворота, и мы попадем в дикую природу. Сейчас, опа, вот он как прыгнул на тебя. Самый лучший зоопарк в мире. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Опа. Всем привет. Привет-привет, ты из солнечного Сан-Диего. Сегодня у нас Сан-Диего сафари-парк. Самый большой, самый крутой зоопарк в мире. Вау! Какие там розовые фламинго стоят. Я видел на карте фламинго. Какие красивые. Они спят, что ли, все, смотри? Да. И стоят все на одной лапе. На одной. Одна двигается вообще. Одна проснулась, и все остальные спят. А здесь какая-то красная утка. И даже лапка немножко красная. Лапка у нее желтая, а нос, посмотри, синий какой красный. Такая необычная. Интересно, как ее зовут? Вы когда-нибудь видели такой зоопарк, что идешь по дорожке, и тут же ходят гуси? Смотри, у этих гусей на лапке есть вот такая бирка, чтобы они не потерялись. И сотрудники знают, как его зовут тогда. И, наверное, сколько ему лет. Привет! Совсем не боятся, стоят рядом с нами. Посмотрите, буквально в метре от нас. Разговариваем. Вот это класс, вот это зоопарк. Да. Можно тебя погладить? Ага, ага. Говорит, не трогай меня. Ой, так тут еще какие-то курицы бегают и дерутся. Где? Смотри, вон черные. Эй, 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 бешеные курицы. Вау! Они еще и дерутся тут. О, пеликаны? Вау, смотри, Сень. Огромные белые пеликаны. Да. 10:30 стартует наше путешествие. Будем ездить прям по местам, где живут дикие животные. Да. Кормить их. И смотрите, как они там бегают. Сейчас садимся здесь на караван. Вот так поедем. Сначала будем кормить жирафов. Если повезет, еще носорогов. Вот на таких сейчас грузовичках мы поедем. Нас посадили, мы выдвигаемся. Сейчас откроются ворота, и мы попадем в дикую, дикую природу. За теми воротами, оказывается, есть еще одни ворота. Сейчас вот эти еще ворота откроют. Прям за 10 замками находится эта дикая природа. Вот она, дикая природа начинается. Рядом с нами, прямо с машиной, вон стоят антилопы. И машинки вон едут. О, огромная толпа фламинго пошли купаться. Это машинки едут купать на автомойку. Павлины. Павлины? Да. На голове такой хохолок. Нет, все это не павлины, это какие-то другие птицы. Вот мы и доехали до жирафов. Стоят рядом, жуют какую-то травку, на нас внимание. О, так мы к ним поворачиваем? Вау! Крутяк! Смотрите, прямо к ним. А на пальмах, смотри, какая сделана сетка. Наверное, чтобы они ее не грызли, что ли? Сейчас нам покажут, как правильно нужно кормить жирафов. Все, я сейчас начинаю кормить жираф. Отлично. Go in the ground. There you go. You don't want to get bit. Yeah, real high. Oh, beautiful. Let go. Let go. There you go. Feed that one. Yeah, that worked. All right, good job, buddy. Молодец. Уже все, не боишься? Руку вверх держи. Опа! Съел. Все. Опа! О, не отдаешь, не отдаешь, что ли? Все классно. Ой, у него выпал еще. Еще дашь? Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно, Сеня. Все, мы уезжаем от этих жирафов и едем к другим животным.
шаром. Вау, вот этот толстячок там лежит. Да. А рядом с ним кто? О, малыш, маленький. Вау. Это мама? Нет, наверное, папа и щенок. Папа с сынком? Да. Так же, как мы с тобой здесь, да? Да. А мы тем временем подъехали к носорогу. Где? Вау. Точно. Он что-то нам задом поворачивается. Эй, ты что делаешь? Носорог все-таки решил нам повернуться боком. Посмотрите. И детеныш. Это его детеныш, что ли? Такой гигантский детеныш. У носорога была своя еда, поэтому мы его кормить не стали. Сейчас мы из этого места будем куда-то выезжать. Вон там открываются снова ворота. И поедем смотреть других животных. Да. Носороги валяются вблизи. Смотрите, грязнульки принимают грязевые ванны. Наверное, им жарко, они туда булькаются и охлаждаются. Прямо перед нами находится еще один носорог. Слушай, ему, смотри, обрезали. Рог обрезали ему. Носорог переградил дорогу другой машине, и они сейчас не смогут проехать. А нет, отошел. Так, есть у вас какая-то еда? Ничего нету. Все. Эй, пора просыпаться. Доброе утро. Можно нам тут проехать? Открой нам дорогу, пожалуйста. А, ну какие зубы-то у тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И язык еще показываешь? Ай-яй-яй, смотри. Будешь плохо себя вести, и тебе рог обрежет. Как тому плохому носорогу. Ой-ой-ой, встает. Мамочки! Сейчас несет тут зеркало. Все, его сложили. Доброе утро. Пора просыпаться и есть. Ого, и дергается. Я никогда не кормил носорога. Хочешь покормить его? Да. Не испугаешься в этот раз? Я ему брошу. Окей, you ready? И опа, прямо в рот попал. Круто. Давай еще. Рот откроет, и ты ему сразу забрасывай. И, о, ой, мимо. Мимо. Oh, she might go down there and look for it. Он прям спорит. Что-то он плюется твоими яблоками. Какие-то невкусные, что ли, ему дал? И опа, попал. Самый лучший зоопарк в мире. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. После каждого кормления обязательно нужно помыть руки. Вот так же вот здесь дикие животные наслаждаются жизнью. Ничего им не угрожает. Никто их тут не съест. Защищают их здесь. И, скорее всего, кормят тоже. Привет, малыш! На этом наше сафари по дикой природе закончено, и сейчас мы заходим в основной зоопарк. Проехали на сафари, уже проголодались, и пора перекусить. Американская еда. Хот-дог, 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 хот-дог. Снеки, кола. Вот и все. Будем есть теперь хот-доги. А я колу. American food. А где мое? Вот твое. Что интересно находится у тебя? Давай, высыпай прямо сюда и все. Это что такое? Морковка. Какой-то хот-дог, что ли, да? Это не знаю, какие-то печеньки похожи. Я хочу морковку попробовать. А это у тебя тоже хот-дог? Как и у меня, что ли? Да. Вот это да. И сумочка тебе в подарок такая. Американские пингвины. Да. И носорог. Смотрите, какая. Малюточки какие-то. Холодненькая. Вкусненькая. Давай опять идем дальше. Вот они, красавицы. Здесь уже проснулись, да, Сень? До этого все спали. А сейчас смотри, какие разговорчивые. А что они любят? Они, не знаю, может быть, рыбку едят. Я даже не знаю. Кто знает, что едят розовые фламинго, напишите нам в комментариях, чтобы мы тоже знали об этом. А мы нашли тут гнездышко. Там кто-нибудь живет?
Кроме лужи здесь никого нет! Смотрите, кого мы видим. Африканские кабанчики это. О, Сеня маленький мышонок. Ну-ка выглядывай. И папа летучая мышь. Папа и Сеня летучая мышь. Ууу, летим. Это моя мама. Летает. Привет. Какие красивые здесь, Сеня, попугайчики. Плавают в воде. И... Ой, как брызгаются. Принимает водные ванны, что ли? Угу. Попугайчик, ты приползешь к нам? Смотрите, какой красавчик нам ползет. Попробуй его. Красивый? Попробуй. Ой, какой ты красивый. Ой, что-то он говорит. Пусти меня, говорит, пусти. Я пойду дальше, искать себе еду. Все по одному. Ой, забирают еще от тебя они. Да. Хотели украсть твою еду? Да. Ты крепко держи и руку вытяни, они может быть они тебе сядут. Вытяни руку вот так. Может они подлетят? Смотри. Давай. И прыгай. Держи, держи вот так. Сейчас. Опа! Вот он как прыгнул на тебя прямо. Ты прямо держи, чтобы удобно было. Так, может быть еще кто-то хочет? Кто хочет еще поесть? Попугайчики, прыгайте. Так, еще один готовится. Прямо держи, чтобы не пролить. Вы хотите есть? Эй, попугайчики. Попугайчики, красавчики. Хочешь попить? Давай, прыгай ко мне. Опа! У меня аж в ушах зазвенело, как он свистнул. О, перестань ты, я ж тебя кормлю. А ты свистишь мне в уши. Ой, вообще обиделся и улетел от меня. Ну так он все съел. Мужа надо обязательно выбросить. Если бы у нас были большие уши, мы выглядели бы вот так. Лемурчики нас ждут. Лемуры уже от посетителей устали, что спрятались. Вон там все вместе там лежат. Не трогайте нас. Мы здесь гулять не будем. Мы хотим просто отдохнуть. Час будем сидеть. Пока сюда не приползут? Да. А тогда других животных мы не увидим с тобой? Мы пришли на шоу с леопардом. Леопарда сейчас готовят, и он будет бегать по вот этой полянке и догонять какое-то животное. Посмотрим, догонит или нет. Леопарды были, видимо, не очень голодные, что кое-как они бежали. Но они бегают очень быстро, примерно 70 миль в час. Это больше 100 километров в час. Быстрее машина едет. Вау! Если вы хотите совсем экзотики, то на ночь можно поселиться вот в таких палатках, которые находятся в самом парке. И через забор будут дикие животные. Мы здесь идем к сваликам. Ребят, смотрите, что у меня появилось. Кто это? Нужно наоборот перевернуть. Вот так? Кто видит, что это? Это слон, до которых мы дошли. Где они? Где семья слонов? Вон они ходят. 1, 2, 3, 4, 5. 5 здесь. И один гигантский спрятался в теньке. Вот это деревце. Смотрите, все в колючках. Гориллы там. А вот и малыш ползает по скалам. А мама или папа сидит рядом и наблюдает. Мама взяла его, подняла наверх и понесла дальше. Вот это да.
Опа, верхом-то веселее. Okay. А вот это мама, потому что вот это точно папа. А когда они выбегут отсюда? Никогда. Здесь будут всегда жить. Нет, когда-то выбегут на волю. Что, строят план коварный, как отсюда выбраться? Да. Это сам крутой зоопарк, где я был. Но в то же время он самый дорогой. 500 баксов. Oh my god. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.